Парк 70-летия Победы Станицы Анапская. Здесь проводятся основные военно-патриотические мероприятия и митинги. Памятное место стараются поддерживать в чистоте круглый год. Но перед самым главным праздником страны обязательно генеральная уборка. Это наша, скажем, обязанность, наш святой долг благоустроить перед 9 мая могилки красноармейцев, погибших на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать, как бы привести в порядок их могилы. Накануне обновили сам мемориальный комплекс, где нужно подбелили и покрасили. Сегодня школьники очистили территорию от мусора и сорной травы, полили деревья и цветы, подмели дорожки. Важно убираться, отдавать, так сказать, дань нашим предкам. Они нас защищали, погибли за нашу свободу. За ходом работы следит краевая комиссия. Кроме станицы Анапская, специалисты побывали в Виноградном, Юровке, Джигинке и Уташе. По мнению руководителя Таманского филиала краевой крейсерской парусной школы, анапчане очень ответственно отнеслись к благородной миссии. 90% готово. То есть молодцы, все молодцы. Молодцы взрослые, молодцы дети, молодцы организаторы. Ну, я думаю, что это национальная гордость. 9 мая – это наш любимый праздник всей страны, я думаю. Всего в рамках акции «Дорогами славы» в Анапе приведут в порядок около 40 памятных мест. Однако следить за их состоянием продолжат и после 9 мая. Все памятники закреплены за школами и военно-патриотическими клубами. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.